Добрый день, в эфире новости на CBC в студии Фарида Адилов. И в начале выпуска коротко о главном. Различные международные силы препятствуют миру между Азербайджаном и Арменией. Об этом было заявлено в Баку в ходе круглого стола, прошедшего на тему «Гражданское общество против идеологических атак, направленных на национально-духовные ценности». Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и еще 26 человек партии «Национальное объединение» обвиняются в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в 2004-2016 годах. Если политика признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Удары по Ливану показывают мощь Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, добавив, что его страна сейчас переживает великие, но в то же время трудные времена, ведя войну на 7 фронтах. Национальная энергокомпания Азербайджана строит в Ханкенде новую электроподстанцию в соответствии с современной моделью городской сети. Большая часть строительных работ уже выполнена. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с новогодним праздником Рош-Хашана. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял руководителя фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе России Леонида Слуцкого. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев приняли участие в открытии в Баку памятника видному представителю ашукского творчества Азербайджана, великому народному сказителю Ашугу Алескеру. Глава государства назвал открытие памятника прекрасным событием. Ильхам Алиев также напомнил, что 3 года назад он подписал 2 распоряжения для увековечения имени Ашуга Алескера. Так, согласно одному из них, на государственном уровне было отмечено 200-летие Ашуга Алескера. В соответствии же со 2-м распоряжением предусматривалось возведение ему памятника. На 4-й день 2-й Карабахской войны в 2020 году азербайджанские военнослужащие продолжили контрнаступательную операцию. Была выведена из строя бронетехника, артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометы, средства ПВО, командно-диспетчерские и командно-наблюдательные пункты противника. 30 сентября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, ранеными во время начавшейся 27 сентября военной провокации Армении и проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны. Глава государства и первая леди от имени азербайджанского народа выразили благодарность военнослужащим, сражающимся в справедливой борьбе. Азербайджанские солдаты – воины-спасители. Армянские солдаты – это оккупанты, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Как мне сообщили, все наши раненые солдаты и офицеры живут одной мечтой – поскорее выздороветь и снова отправиться в зону боевых действий, чтобы продолжить справедливую борьбу за Родину. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, сражаемся за Родину. Наша борьба – справедливая борьба, и уверен, что в этом конфликте мы добьемся желаемого. Справедливость восторжествует, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. Наши соотечественники, которые долгие годы живут как вынужденные переселенцы, вернуться на родные земли предков. Глава государства также обратил внимание на то, что события последних дней не стали уроком для армянского руководства. Вооруженные силы этой страны продолжили провокации в отношении гражданского населения. Были обстреляны азербайджанские села, города. Ранения получили свыше 40 гражданских лиц. Onu gösterir ki
Поступающая мне информация показывает, что события последних 3-4 дней не становятся уроком руководству Армении. Они готовят новые провокации, вновь хотят подвергнуть обстрелу наши населенные пункты и продолжают это. Наши потери среди мирного населения растут каждый день. По информации на вчерашнее утро погибли 10 наших мирных граждан. По предоставленной мне сегодня утром информации, число убитых мирных жителей достигло 13. Что это означает? Это демонстрирует уродливое лицо армянского фашизма. На 4-й день войны азербайджанская армия продолжила решительную контрнаступательную операцию. Вооруженные силы Азербайджана километр за километром освобождали населенные пункты и села, уничтожали и перехватывали вражескую военную технику. Все это было осуществлено в соответствии с международными правилами войны, которые соблюдал Азербайджан и грубо нарушала Армения. Было уничтожено более 2300 человек живой силой противника, выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 единиц артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, свыше 25 средств ПВО, 6 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, более 50 противотанковых средств, свыше 55 единиц автомобильной техники. Только 30 сентября было уничтожено 8 принадлежащих армянской армии реактивных систем залпового огня «Град». В результате вражеского артиллерийского обстрела в городе Городис погиб один мирный житель. Трое получили ранения. Таким образом, число гражданских лиц, погибших в ходе вероломных атак армянских вооруженных сил, достигло 15. Число раненых – 49. Представители НПО Азербайджана провели дискуссию на тему защиты национально-духовных ценностей от идеологических атак. Причиной проведения такого обсуждения стал рост уровня дезинформации, распространяемой иностранными СМИ и направленной против Азербайджана. Этот вопрос обсудим с гостем на прямой связи со студией депутат азербайджанского парламента Азер Алахмиранов. Азер Малим, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Азер Малим, вот какие конкретные идеологические атаки на национально-духовные ценности Азербайджана были выделены на прошедшем круглом столе? Вот, и как гражданское общество может, скажем так, противостоять этим вызовам? Ну, во-первых, я скажу, что та идеологическая война, которая против Азербайджана была затеяна определенными кругами, иногда политическими, иногда и общественными. То есть различные центры давления пытаются реализовать в отношении Азербайджана различного рода идеологические провокации. И ни для кого не секрет, что после того, как территориальная целостность страны была восстановлена в сентябре 2023 года, как раз таки вот после этих событий нападки идеологического характера они увеличились. И принимают различные формы и виды проявления. Дело в том, что вот как раз-таки сегодня с активным участием представителей неправительственного сектора, в частности гражданского общества, в первую очередь обсуждались те элементы, в отношении которых вот эта идеологическая война продолжается. И я скажу, что если даже идеологическая война, она время от времени то, скажем, спадает, то усиливается. А вот идеологические провокации в отношении Азербайджана, к великому сожалению, никак не спадают. Они увеличиваются с каждым разом. И вот как раз-таки на сегодняшнем круглом столе были высказаны мнения касательно того, что в первую очередь вот эта идеологическая война, и в том числе и идеологические провокации, которые являются основной частью вот этой идеологической войны, она в первую очередь направлена на то, чтобы расшатать морально-нравственный устой азербайджанского общества. И отдельные виды провокаций, которые делаются, которые реализуются в отношении Азербайджана посредством различных социальных сетей, различных информационных платформ и так далее, к великому сожалению, все более усиливаются, и, естественно, необходимо создать такой механизм, который в первую очередь сможет противостоять вот подобным нападкам и чисто вот идеологически провокационным нападкам. И, естественно, это проходит через путь
усиления морально-нравственных ценностей или же всей системы морально-нравственных ценностей азербайджанского народа. Дело в том, что в этом направлении определенная работа ведется. Ведется эта работа отдельными государственными структурами, отдельными центрами, скажем, мозговыми центрами и так далее. Но в том числе и общественные организации тоже они являются как бы тем локомотивом, которые несут на себе вот этот груз усиления именно в системном плане морально-нравственных ценностей азербайджанского народа. Дело в том, что вот 30-летний наш опыт, я имею в виду годы оккупации, вот как раз-таки показали то, что морально-нравственные ценности как система азербайджанского народа, она достаточно крепка. Национальный дух азербайджанского народа достаточно силен. Невозможно его расшатать, невозможно как бы ослабить устои вот этого духовного составляющего. Но тем не менее мы понимаем, что за это время, если даже они этого не смогли добиться, они попытаются новыми методами, новыми путями оказать давление. И вот как раз-таки, я думаю, что вот в этом плане основной груз ответственности, на мой взгляд, и это, кстати, было высказано во время обсуждения на круглом столе, как раз-таки ложится на плечи нашей семьи, как основной ячейки нашего общества. И не зря господин президент во время инаугурационной речи в феврале 2024 года, в том числе и во время открытия нового парламента 7-го созыва, выступил с программной речью, где особо подчеркнул, что семья, общество – это является вот как раз-таки теми важными элементами, которые первыми, наверное, принимают на себя удар вот этой провокационной, вот этой идеологически провокационной деятельности. И в этом плане очень возможно, очень необходимо, во-первых, усилить наш институт семьи в азербайджанском обществе, уделить особое внимание, в том числе и воспитанию подрастающего поколения на различных этапах и в различном контексте, будь начиная с самого младших лет и так далее, то есть самого такого малолетнего возраста. Вот я думаю, что вот как раз-таки в этом плане правильное воспитание, правильная целенаправленная работа по агитации и пропаганде морально-нравственных ценностей азербайджанского народа как раз-таки является вот теми важными элементами. Вот в этом плане как раз-таки на плечи наших общественных организаций, в частности неправительственных организаций, как раз-таки вот этот груз ответственности ложится именно в контексте построения такой работы, которая всецело была бы направлена на усиление наших семейных институтов, а на усиление наших тех институтов, которые призваны как бы в себя вбирать и в себе реализовать тот механизм, который будет направлен на усиление семейно-общинного или семейно-общественного взаимопроникновения и взаимодополнения, и взаимовлияния обязательно. Потому что вот те угрозы, которые мы со стороны чувствуем на себе, вы обратите внимание, направлены на то, чтобы как минимум расшатать устои нашего института семьи, с одной стороны, посредством различных псевдоценностей, различных псевдоидеологических каких-то догм. И с одной стороны, как бы в обществе находят те самые чувствительные, скажем, какие-то элементы, посредством которого пытаются лоббировать, опять-таки псевдо-лоббировать и псевдо-интересы каких-то определенных групп. И вот в этом плане как раз-таки те события, которые имеют место, скажем, за последние там несколько 3-4 года в Азербайджане, показали, что правильное построение вот такой воспитательной работы, правильное построение чисто в плане пропаганды морально-нравственных ценностей азербайджанского народа и его достижений, и построение на основе этого такой системной работы, где будут принимать непосредственно участие и наши семьи, и наше общество,
и наша общественная организация, то есть неправительственная организация. Вот как раз таки в этом плане можно добиться хороших результатов положительных. И я уверен, что мы так мы добьемся этих результатов, потому что у нас есть на что опираться. Мы знаем, от чего отталкиваться, мы знаем, над какими элементами сейчас нужно работать. Есть моменты, о которых мы сегодня открыто не говорим. И почему открыто не говорим, я сейчас вам скажу. Дело в том, что, опять-таки, наш опыт показывает, что мы берем стратегию, какую-то там дорожную карту разрабатываем в каком-то направлении, в реализации каких-то важных таких ценностных ориентиров, и сразу же видим, что буквально на следующий день те силы, которые в отношении Азербайджана ведут такую идеологическую такую войну, они как раз-таки начинают работать как бы на шаг вперед, как раз-таки с этим направлением тоже. И потому есть вещи, о которых мы сегодня открыто говорим, но есть вещи, о которых мы не говорим. И я думаю, что как раз-таки семья, институт семьи, механизм реализации пропаганды моральной нравственной ценности азербайджанского народа, правильное воспитание нашего подрастающего поколения. А я думаю, что вот это как раз-таки те элементы, о которых мы можем сегодня открыто говорить и над которыми мы будем работать в дальнейшем. Благодарю, Азер Муалим, большое спасибо, что подключались к нашему эфиру. Всего доброго. И вам спасибо. До свидания. А я напомню, что на прямой связи со студией был депутат парламента Азербайджана Азер Аллахвиранов. Ну, а мы продолжаем. Исконные жители Джабраила ждали тот день, когда они смогут вернуться в родной край. Эти люди, пережившие ужасы войны и оккупацию земель армянскими захватчиками, больше не живут с чувством безысходности после того, как Азербайджан одержал победу во Второй Карабахской войне и прогнал агрессоров. Восстановленный город Джабраил, согласно госпрограмме «Великое возвращение», отправились порядка 123 человек. Из города Кскварайона города Баку отбыла первая группа переселенцев в составе семей, ранее временно размещенных в общежитиях, санаториях и административных зданиях на различных территориях республики. На данном этапе в город Джабраил переселены 40 семей. Мы отправляемся в наш родной дом в Джабраил. Я не могу описать словами свою радость. За этот подарок я хочу поблагодарить наших солдат, отдавших свои жизни на пути освобождения земель от оккупантов. Желаю, чтобы каждый переселенец вернулся в свой дом. Это самый прекрасный день для нас. Мы возвращаемся в Джабраил и, наконец, будем жить там в благополучии. Каждая территория Азербайджана прекрасна, но я скучал по джабраильской земле. Надеюсь, там все будет хорошо, как это должно быть. Жители Джабраила выразили признательность руководству страны за всестороннюю поддержку, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию, освободившую земли от армянской оккупации. К настоящему времени, с учетом выявших сегодня лиц, в городе Джабраил обеспечено постоянное проживание 117 семей, то есть 364 человек. Когда мы покидали свой район, я был еще ребенком. Нам очень тяжело пришлось, но теперь для нас открывается новая страница. Мы возвращаемся в современный Джабраил. Светлая память нашим героям, участвовавшим в освобождении наших земель. Среди них есть и мой брат Чингиз Гасымлы, погибший в ходе боев за Джабраил. Сегодня мы видим, как в очень короткие сроки Джабраил и другие освобожденные земли продолжают восстанавливаться. Мы так долго этого ждали. В 1993 году мы покинули Джабраил и стали вынужденными переселенцами. Сейчас, спустя более 30 лет, я возвращаюсь на родину со своей семьей. Как только приедем в Джабраил, устроим прекрасный ужин с семьей. Я очень хочу домой и безумно счастлив, что увижу горы, реки, живописные пейзажи Джабраила. В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне теперь уже у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность безопасно вернуться на родину. Через несколько дней местные жители смогут отпраздновать свое возвращение в знаменательное время. 4 октября – день освобождения города Джабраил. Сарвиназ Гаджалиева, Эльвин Абдуллаев, Джавид Гадиров, CBC. Делегация из украинского города Ирпень посетила освобожденный от армянской оккупации город Лачин. В ходе визита был подписан меморандум о побратимстве между Лачином и Ирпенью. В рамках визита представители делегации также ознакомились с результатами широкомасштабных восстановительных работ, проведенных в городе после его освобождения от оккупации. Подробнее о визите украинской делегации расскажет мой коллега Михаил Таутиев. Он выходит на прямую связь со студией из Лачина. Михаил, здравствуй, тебе слово.
Здравствуй, Фарид. Все верно, мы находимся в Лачине, куда с визитом прибыла украинская делегация из города Ирпень во главе с мэром города Александром Маркушиным. Украинская делегация вместе со спецпредставителем президента Азербайджана в городе Лачин подписала меморандум о сотрудничестве между городами Лачин и Ирпень. Стороны будут сотрудничать посредством обмена информацией, охраны исторического и культурного наследия, защиты окружающей среды, молодежи и спорта и в ряде других сфер, о которых нам в интервью подробнее рассказали спецпредставитель президента Азербайджана в Лачине Масим Мамедов и мэр Ирпени Александр Маркушин. Сегодня между Лачином и городом Ирпень подписан меморандум о побратимских отношениях. Будут сформированы дружеские связи, которые позволят двум городам ближе ознакомиться с жизнью, историей и культурой друг друга. Речь идет в том числе о взаимодействии в экономической и культурной сферах, а также в сфере туризма и образования. Предусмотрены взаимные визиты деятелей культуры и спорта. Будут организованы выставки, отражающие жизнь в этих городах. Кроме того, конечно, в центре внимания обмен мнений по вопросам градоуправления. Сегодня нам удалось стать свидетелем исторического события. Мы подписали договор о дружбе и побратимстве между городами Лачин и Ирпень. Долгие годы наш город доказывал дружбу и братство с Азербайджаном. В нашем городе есть парк, музей и улица имени академика Зарифы Алиевой. Также самый большой лицей в Ирпене носит имя Зарифы Алиевой. После начала войны с Россией этот лицей получил серьезное повреждение и нуждался в капитальном ремонте. Мы обратились в посольство Азербайджана в Украине, и по указанию президента Ильхама Алиева в кратчайшие сроки, за 4,5 месяца, здание школы было полностью восстановлено. После подписания меморандума украинская делегация начала ознакомление с городом. Гости посетили киностудию «Ходжаз Фильм», творческий центр «Гилаби Керамика», школу номер 2 и ряд других уголков Лачина. Стоит отметить, что в городе Ирпень функционирует школа номер 12, которая носит имя академика Зарифы Алиевой. В честь Зарифы Алиевой также названа одна из улиц города. Также в этом году, в день 101-й годовщины со дня рождения Зарифы Алиевой, в Ирпени отмечали День Азербайджана. В городе также проживает большое количество азербайджанцев, и мероприятия, приуроченные к нашей стране, проводятся там нередко. Азербайджан также принимал участие в восстановлении города. Визит украинской делегации в Лачин подходит к концу. Но покинув город, делегация оставляет за собой меморандум о побратимстве Лачина и Ирпени, который продуктивно повлияет на развитие обоих городов. На этом у меня все. Фарид. Благодарю, Микаил. Мой коллега Микаил Таутиев подключался на прямую связь со студией из освобожденного от армянской оккупации города Лачина. В рамках подготовки к 29-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29 в Баку стартовала неделя действий по борьбе с изменением климата. В мероприятии, которое продлится до 4 октября, принимают участие представители госучреждений, научных кругов и частного сектора. Ход работы мероприятия отслеживает моя коллега Пяридуня Малиева, которая выходит на прямую связь со студией. Пяри, здравствуй. Что известно к этому часу? Здравствуйте, коллеги! Приветствую наших телезрителей. Негативные последствия изменения климата ощущаются во всем мире. Об этом, в частности, заявил президент КОП-29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе выступления на международной конференции, которая проходит в рамках Бакинской климатической недели. По словам Мухтара Бабаева, происходящие стихийные бедствия показывают, насколько опасные климатические изменения, поэтому председательство КОП-29 уделяет внимание вопросам адаптации к изменению климата, а также подготовке отчета о прозрачности. Так, Азербайджан планирует представить отчет о прозрачности до КОП-29. Министр отметил, что Азербайджан призывает также и другие страны представить эти отчеты, а я отмечу, что в преддверии международного климатического саммита
саммита КОП-29 в Баку начала свою работу неделя действий по климату. Здесь принимают участие официальные лица страны, также местные и зарубежные эксперты. Ну вот, собственно говоря, в интервью телеканала CBC нам удалось пообщаться с ними. Давайте послушаем. Мы впервые принимаем участие в мероприятии подобного рода. Это важный шаг для нас, и мы полностью поддерживаем председательство Азербайджана в КОП-29. Климатическая неделя пройдет на протяжении 5 дней, и здесь будут подняты важные темы – бизнес, социальное направление, сельское хозяйство и климат. Мы рады быть частью этого процесса. Я думаю, что с сегодняшнего утра мы слышим очень важные заявления на актуальные темы. В первую очередь, это, конечно, проблема изменения климата и окружающей среды. Но не только. Это также зеленая энергетика. Это все про людей, про наш общий дом, планету. Обсуждать проблемы и искать лучшие решения – основная цель этой конференции. Ну что ж, коллеги, а я напомню, что в Баку стартовала Бакинская климатическая неделя, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября. У меня пока на этом все. Вам слово. Благодарю, Пиари. Моя коллега Пиари Дуня Малиева подключалась на прямую связь со студией. Но мы продолжаем. Азербайджан уделяет большое внимание развитию устойчивых агропродовольственных систем и проблеме изменения климата. Одной из интересных и важных инициатив КОП-29 станет Бакинская инициатива по климату «Гармония». В том числе будут обсуждаться важные аспекты решения проблем агропродовольственных систем. В рамках 29-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН запланирована Бакинская инициатива по климату «Гармония» для фермеров. Первоочередной целью Baku Harmonia Climate Initiative for Farmers является выполнение функции координатора для улучшения согласованности существующих инициатив для выявления недостатков. Инициатива разработана продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН FAO вместе с командой председательства КОП-29, а также с привлечением заинтересованных министерств. Об этом в интервью CBC TV рассказал старший специалист по природным ресурсам Офиса изменения климата, биоразнообразия и окружающей среды FAO Марсиал Берну. По его словам, этот проект действительно будет соответствовать поставленной цели. На первоначальном обсуждении мы поняли, что у вас уже есть около 90 инициатив на стыке изменения климата и сельского хозяйства. Из них почти половина родилась за последние 3 года. Итак, сначала мы изучили, что делают эти инициативы, как мы можем немного их разнообразить и быть полезными. И мы поняли, что есть 3 момента, которые нам нужно рассмотреть. Во-первых, это гармонизация, поэтому инициатива и называется «Гармония», чтобы призвать все различные инициативы, сети, коалиции, партнерства информировать о том, что они делают. «Гармония» предложила стать той платформой, где все эти 90, а возможно и больше инициатив будут информировать о том, что они делают. И на основе этого мы сможем определить синергию и в конечном итоге пробелы. После выявления недостатков проводятся обсуждения с соответствующими структурами. В частности, как отметил представитель FAO, ограничение доступа фермеров к финансам изучается с группой многосторонних банков развития. Это Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Азиатский банк развития, Всемирный банк. Итак, у вас есть разные банки. Эти крупные банки уже хорошо организованы и обсуждают между собой то, как они могут лучше поддержать сельское хозяйство. Но недостающим звеном является Народный банк. Такой контактирует с фермером, занимается микрокредитованием. Так что, по сути, нам нужно связать эти небольшие национальные банки развития с международными банками развития. И «Гармония» предложила это сделать. Теперь мы связаны с платформой, которая объединяет такие национальные государственные банки развития, разбросанные по всему миру. Название этой платформы AgriPDB. Это коалиция сельскохозяйственных государственных банков развития. «Гармония» предложила связать AgriPDB и глобальные банки развития. Еще одним важным нюансом, по словам специалиста FAO, является выгода фермера и донесение его голоса. Предприниматели не имеют широкого доступа к мероприятиям КОП, и тут ключевая роль отводится переговорщикам. Также мы хотим привлечь разных фермеров, именно поэтому мы находимся в контакте с Всемирной фермерской организацией, Всемирным сельским форумом, которые являются 2 крупнейшими профильными объединениями в мире со всеми фермерскими организациями по миру, чтобы выслушать их. В течение дня, который будет посвящен продовольствию, сельскому хозяйству и воде, будет сессия, на которой фермеры смогут поразмышлять над тем, что они услышали от банков из исследований, а после рассказать нам, движемся ли мы в правильном направлении или нет. Таким
образом, привлечение фермеров к обсуждению будет единственным путем поиска решения, которое будет учитывать проблемы агропроизводителей. Инициатива «Баку Гармония» нацелена на расширение прав и возможностей фермеров, в частности, женщин и молодежи, для содействия созданию устойчивых к изменению климата сельскохозяйственных общин. Итак, если смотреть на статистику и цифры в сельскохозяйственном секторе, то видно, что в основном больше всего уязвимы и страдают женщины. Это те, кто в большинстве стран действительно подвержен рискам. Когда мы говорим о COP29, где мировые лидеры ищут решение климатических проблем, они должны принять и этого внимание. И вот в рамках инициативы «Баку Гармония» мы сосредоточимся на женщинах-фермерах, чтобы подготовиться к 2026 году, который станет годом женщин-фермеров, согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН. Как отметил эксперт ФАО, инициатива «Баку Гармония» будет официально запущена 19 ноября, в День продовольствия, сельского хозяйства и воды. За счет соответствующих мер инициатива также сделает вклад в сбор фактических данных и истории успеха для Международного года женщин-фермеров 2026 года. Самира Арзаева, Анар Алиев, CBC. В Баку проходит 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров и Общего собрания МАП, первой и единственной глобальной организации прокуроров мира. Были организованы пленарные сессии, заседания рабочих групп и сетей. В своем обращении к участникам конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ценит долгосрочные отношения с МАП. Глава государства подчеркнул, что появление новых форм и проявлений беззакония, в том числе новых видов киберпреступности, использование платформ, социальных сетей, возможностей, создаваемых искусственным интеллектом в преступных и террористических целях, являются сложными вызовами, стоящими перед организацией прокуратуры. Обращение президента зачитал генеральный прокурор Азербайджана Кемран Алиев. В Азербайджане в органах прокуратуры проведены прогрессивные реформы. В стране полностью обеспечено верховенство закона, фундаментальные права и свободы. Правоохранительные органы нашей страны на международном уровне вносят важный вклад в борьбу с транснациональной преступностью, терроризмом, сепаратизмом, контрабандой, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией и другими преступлениями и поддерживают международное сотрудничество в этом направлении. В ежегодной конференции и общем собрании организации приняло участие 465 представителей из 95 стран, в том числе генеральные прокуроры и другие высокопоставленные лица. Участники конференции отметили, что нарастающие в мире тенденции ненависти и расизма на этно-религиозной почве начинают все больше беспокоить общество. В связи с этим иностранные представители правоохранительных служб высоко оценили работу Азербайджана в устранении преступлений и правонарушений. Это великолепное мероприятие. Для меня честь быть его частью. Я бы хотел поблагодарить принимающую сторону Кемрана и прокуратуру Азербайджана за организацию такого мероприятия и всех присутствующих здесь. Закон является основополагающим элементом общества, в котором установлен мир, защитником демократии и человеческого достоинства. Верю, что конференция, которая пройдет в атмосфере дружбы, послужит региональной безопасности, совместной борьбе со всеми видами преступности, станет эффективным инструментом развития имеющегося потенциала и координации взаимной деятельности. Армия обороны Израиля завершила мощную волну ударов по Ливану. По данным ЦАХАЛ, в целом атаковано 120 различных целей по всей стране. Волна авиаударов затронула как юг страны, так и несколько удаленных от израильской границы районов Ливана. Израильские военно-воздушные силы завершили мощную волну ударов по объектам радикального движения Хезболла в Ливане. Как отметили в армии обороны Израиля, в общей сложности атаковано около 120 различных целей по всему Ливану. Среди пораженных объектов есть важные штабы и инфраструктура, использовавшиеся различными подразделениями Хезболла на протяжении многих лет. В Тель-Авиве сообщили, что данная волна авиаударов по Ливану, затронувшая как юг страны, так и несколько удаленных от израильской границы районов в глубине ливанской территории, нанесла существенный урон потенциалу Хезболла, ее командным возможностям и оперативному управлению.
Между тем, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что удары по Ливану показывают силу Израиля, который сейчас меняет баланс сил на Ближнем Востоке. По оценке премьер-министра, его страна сейчас переживает великие, но в то же время трудные времена, ведя войну на семи фронтах. Мы разгромили радикальное палестинское движение «Хамас» в Газе. Мы ликвидировали большую часть его командной цепочки. Мы нанесли мощный удар по организации «Хезболла», ликвидировали ее лидера Хасана Насрулло. Мы систематически устраняем ее высших командиров. Параллельно, армия обороны Израиля некоторое время назад снова нанесла удар по врагам в Йемене. Все видят размах, все видят огонь по целям, все видят цену, которую платят те, кто на нас нападает. Великие дни, потому что мы меняем стратегическую реальность на Ближнем Востоке. Изменение баланса сил влечет за собой возможность создания новых альянсов в нашем регионе, поскольку Израиль побеждает. Наши враги и наши друзья снова видят Израиль таким, какой он есть – сильной, решительной, могущественной страной. В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что действия власти Израиля не останутся без ответа. По его словам, убив Хасана Насрулло, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы. Пезешкиан также обвинил США и Евросоюз во лжи. Он сказал, что заверения западных стран в достижении соглашения о прекращении огня, если Иран не станет отвечать на убийство главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране, оказались ложными. Ранее 28 сентября армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насрулло в результате атаки израильской авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Вместе с ним погибли ряд высокопоставленных лиц иранского корпуса стражей Исламской революции. Сарвинас Гаджалиева, CBC. На парламентских выборах в Австрии побеждает ультраправая австрийская партия «Свободы» во главе с Гербертом Киклем. После обнародования предварительных результатов он заявил, что его партия открыла дверь в новую эру. Однако в Евросоюзе его победой крайне недовольны. В своих выступлениях Кикль неоднократно заявлял, что виновником войны в Украине является НАТО, а конфликт выгоден прежде всего Соединенным Штатам. Он и его партия выступают против поддержки Киева и участия в антироссийских санкциях, считая это нарушением нейтралитета Австрии. Придет ли к власти Герберт Кикль и чем это грозит Украине? В Европе Герберта Кикля называют вторым Орбаном. Он выступает против поддержки западными странами Киеву и обвиняет НАТО и США за войну в Украине. Его партия «Свобода» – не единственная симпатизирующая России политическая сила в Австрии. Однако ее считают самой пророссийской из всех. Герберт Кикль неоднократно заявлял, что примером для него является политика Венгрии. Сегодня это произошло. Мы фактически открыли эту дверь. Мы открыли дверь в новую эру. Теперь мы действительно собираемся вместе написать эту новую главу в истории Австрии. Недовольны результатами предварительных выборов и в самой Австрии. Граждане считают, что победа австрийской партии «Свобода» приведет к социальным сокращениям, снижению заработной платы и ухудшению прав мигрантов и женщин. Тем временем правящая консервативная австрийская народная партия получила 26,5 голосов. Подсчет оставшихся бюллетеней ожидается закончить до 3 октября. Явка избирателей составила 74,9%. Мы теряем нашу свободную страну и нашу свободную жизнь. И да, мы хотим жить нормальной жизнью, быть едиными и жить мирно. В ходе кампании Кикль также говорил о том, что станет народным канцлером, что может напомнить некоторым австрийцам термин, который использовал Адольф Гитлер в нацистской Германии. Кроме того, ультраправые выступают за жесткие меры по ограничению миграции, включая разворачивание беженцев на госгранице и так называемую реимиграцию – возвращение мигрантов в страну первоначального проживания. Несмотря на то, что Австрия не помогает Украине оружием, но она всячески оказывает ей финансовую помощь. Например, власти страны выделили 2 миллиона евро на оборудование для процесса разминирования в Украине. Однако Кикль выступает категорически против этого. Он сторонник того, чтобы Австрия поставила крест и на амбициях Киева по поводу вступления в Евросоюз и обещает блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Сарвинас Гаджалиева, CBC.
Во Франции стартовал судебный процесс над лидером оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и еще 25 членами ее партии. Им предъявлено обвинение в незаконном присвоении европейских фондов. Если Ле Пен признают виновной, то ей грозит штраф или лишение свободы, а также невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. Это означает, что в 2027 году она не сможет принять участие на президентских выборах. Лидер крайне правых сил Франции и Марин Ле Пен и 25 членов ее партии «Национальное объединение» предстанут перед судом в понедельник в Париже. Им предъявлено обвинение в незаконном присвоении европейских фондов. Обвинительный приговор может подорвать шансы Ле Пен баллотироваться на пост президента в 2027 году. Утверждается, что члены «Национального объединения» использовали эти деньги, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на партию. Лидеры французских ультраправых обвиняют в том числе в создании централизованной системы отмывания денег Европарламента. Согласно оценкам, общий ущерб составляет 6,8 миллионов евро. Если политика признают виновной, ей может грозить до 10 лет лишения свободы, штраф в размере 1 миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение 5-10 лет. Судебный процесс продлится до 27 ноября. Среди известных личностей, которые предстанут перед судом, отец Ле Пен, основатель национального объединения Жан-Мари Ле Пен, мэр города Перпиньян Луи Алио и пресс-секретарь партии Жюльен Одуль. Национальное объединение не единственная партия, обвиняемая в хищении средств Европарламента. В феврале этого года центристская партия «Демократическое движение», в настоящее время входящая в коалицию президента Эммануэля Макрона, была оштрафована на 350 тысяч евро по аналогичным обвинениям. Лидер партии Франсуа Байру был оправдан, однако 8 человек, признанных виновными, были приговорены к уплате штрафов, тюремному заключению на срок от 10 до 18 месяцев и лишены права занимать государственные должности. Судебное разбирательство по делу Ле Пен и ее партии было начато в декабре 2016 года по обвинениям в злоупотреблении доверием, сокрытии факта злоупотребления, мошенничестве организованной банды, подделке документов и незадекларированном труде. В 2017 году было вынесено более 20 обвинительных заключений, в том числе и против Ле Пен. Год спустя эти обвинения были сняты и предъявлено новое – нецелевое использование государственных средств. Эллада Мамедова, CBC. В Бишкеке прошла церемония открытия совместной железнодорожной компании Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В функции новой структуры войдет строительство одноименной железной дороги, объединяющей транспортную инфраструктуру трех стран. Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров поздравил китайскую делегацию с 75-летием образования КНР и отметил важность будущей дороги для Центральной Азии. Реализация проекта будет способствовать укреплению торгово-экономических связей в регионе, особенно между Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном, подчеркнул Жапаров. По его словам, строительство дороги станет частью Великого шелкового пути. Иран и Россия ведут переговоры о заключении крупного газового контракта, заявил министр энергетики Ирана Аббас Али-Абади. По его словам, стороны близки к завершению соглашения. Также продолжается сотрудничество двух стран в атомной сфере. Росатом строит второй и третий энергоблоки АЭС «Бушер». Кроме того, как заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев, несмотря на растущее санкционное давление Запада на отрасль, Москва сохраняет планы нарастить производство сжиженного природного газа до более чем 100 миллионов тонн к 2035 году. Однако к настоящему времени момент «Арктик» СПГ-2 не был официально запущен, хотя его ввод в эксплуатацию планировался в конце прошлого, начале 2024 года. Кроме того, «Новатэк» планировал начать строительство мурманского СПГ с августа этого года, однако о старте работ также не сообщалось. «Азер-Энерджи» строит в Ханкенди новую подстанцию закрытого типа. С весны этого года открытое акционерное общество от города Шуша до Ханкенди начало прокладку на местности со сложным горным рельефом высоковольтной линии электропередач на 110 кВт Ханкенди-1, Ханкенди-2. Уже завершена прокладка наземной линии общей протяженностью 11 километров. Ведутся работы по прокладке подземного кабеля на расстояние почти 2 километра.
Кроме того, в городе Ханкенде началось строительство закрытой подстанции 110 на 35 на 10 киловольт в соответствии с современной моделью городской сети. Большая часть строительных работ уже выполнена. На территории подстанции также возводятся склад, котельная, площадка для ремонта механизмов машин и другие вспомогательные здания. İşğaldan azad edilen arazilerde 110 kilovoltluk gerginlik sinifi üzerinde tikilen Подстанция Ханкенде является первой закрытой 110-киловольтной подстанцией, построенной на освобожденных территориях. Все оборудование, от кабеля до распределительных устройств подстанции, включая два трансформатора мощностью 63 мегавольт-ампера, будет размещено внутри здания подстанции. Сегодня средний индекс акций Японии Никей упал более чем на 4% в ответ на резкое укрепление иены. Рост валюты ускорился после того, как сторонник жесткой денежно-кредитной политики Сигэру Исиба победил на выборах премьер-министра Японии. Никей ушел вниз на 4,11%, а расширенный биржевой индекс Топикс потерял почти 3%. Напротив, ощутимо на без малого 1% выросла доходность японских государственных облигаций. Известный критик длившегося 10 лет чрезвычайного стимулирования экономики Банком Японии Исиба займет пост премьера 1 октября. Между тем, промышленное производство в стране в прошлом месяце упало на 3,3% из-за вызванных тайфуном сбоев в производстве автомобилей и слабых продаж в США. Прогноз был минус 0,9%, и правительство вместе с аналитиками предупреждают о неблагоприятных перспективах, которые затрудняют устойчивое восстановление экономики. Ну что же, это были все новости к этому часу. А с вами был я, Фарид Адилов. Всего доброго и до новых встреч!